Одинцовском центре эстетического воспитания прошел заключительный этап конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям 2019». Очень интересная работа, показанная педагогами, которую они проводят ежедневно, кропотливо с детьми. Ведь понимаете, в чем разница между дополнительным образованием и основным, ну то есть вот занятиями детьми просто в школе. В школе они обязаны прийти на уроки и отзаниматься. И под сомнение их приход туда даже не ставится. Да, у детей не возникает вопросов, а зачем я иду в школу? В дополнительном образовании дети идут по зову своей души. Конкурс дает педагогам дополнительного образования возможность показать свое мастерство во всех гранях. Дополнительное образование требует от преподавателей неординарности, широкого кругозора и недюжинных творческих способностей. Только так можно помочь ученикам в полной мере раскрыться. В рамках летнего лагеря мы с нерисующими детьми делали огромную настолку с системой штрафов, системой бонусов. То есть продумали всю механику игры, отрисовывали, и они потом в это радостной неделе играют. По словам директора Центра эстетического воспитания Ирины Козловой, все конкурсанты – победители, потому что принять участие в подобном профессиональном состязании – уже педагогический подвиг. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».